Недавно я с риском для собственной жизни распутал очередную детективную историю. В итоге мое семейство решило, что у парижского дома Макмайеров плохая энергетика. Мы спешно покинули Францию и вернулись домой. В подмосковном поселке Ложкино мы купили дом с обстановкой. Конечно, не замок, зато энергетика нас всех устроила. Мы даже решили из суеверия пока ничего здесь не менять. Ириш, ты помнишь, что у нас сегодня гости? Да, конечно. Комнаты для Сонечки и Лёвы готовы? Да, я уже заканчиваю. Гулять. Все, гулять. Гулять, гулять, гулять. Пошли. Как ты здесь оказался? Спасибо, что приехал. Дегтярев Александр Михайлович, главное следственное управление. Как я оказался? Кто милицию вызвал? Я. Фамилия, имя, род занятий. Макмайер Наталья Ивановна, баронесса, писательница. Баронесса. А что ж здесь у нас в Ложкино, а не в Париже, например? А мы как раз оттуда. У нас там особняк большой, правда, Мань? Но энергетика там не та. Убийства, покушения, всякие похищения. Спокойствия хочется, понимаете? Я понимаю, конечно. Понимаю, энергетика – это... Это дело серьезное, да. Кто обнаружил труп? Я. Васильева Дарья Ивановна. Вернее, не я, а Снап и Банди. Это кто? Это собаки наши. Я когда подъезжала, они так выли. А Дашка прямо вот на дороге рядом с трупом валялась. Да. Так, стоп, по порядку. Откуда и куда вы ехали? Домой, из Внуково. Слышу, собаки воют. Ну, я их сразу узнала, понимаете? Подъезжаю, ну, точно. Дашка с трупом. Мы ее с Левчиком на заднее сиденье положили. Ну, а Сонька, естественно, на переднее пересела. Стоп! Левчик и Сонька – это кто? Ну, это друзья мои, которых я из Внуково везла. Они к нам из Ялты в гости прилетели. Стоп! Где они? Ну, так они же отдыхают после дороги. Их нужно позвать. Мань, позови. Угу. Здравствуйте. Фамилия, имя, род занятий? Арсулов Лев Яковлевич, переводчик. А вы? Арсулова Софья Николаевна... Домохозяйка. Кто ты домохозяйка? Ну? Да ты бутерброд приготовить не можешь. Ну, что сам ты, себе ну, трусы перестань. Стираю.
Ну, перестань. Ну, когда ты сам себе стирал? Ну, ты вспомни. Я же, какой я пирог пекла? Слоёный, на свадьбу. Когда это было? 20 лет назад. Может быть, этот разговор можно перенести? Продолжайте, Наталья Ивановна. Ну, вот дома были Манька, Аркаша и вот Ирина, домработница. Да, ну вот Левчик с Аркашей, они внесли Дашу в гостиную, сюда положили на диван и дальше... Стоп, стоп! Кто такой Аркаша? Это мой сын. Позвать его? Мань. Воронцов Аркадий Константинович, адвокат. А вы что прячетесь, адвокат? Я не прячусь, просто когда маму внесли, Ольга разнервничалась, пришлось уводить. Ольга? Ольга. В доме еще кто-нибудь есть? Нет. Ну как же, Анька, Ванька. А, да. Их тоже нужно? Ну и семейка. Ну-ка быстро сюда Аньку, Понимаю. Ваньку. Кто там у вас еще? Клеопатра и Фифина. Это кошки. Есть еще геккон. Поймать? Вот Ванька. Вот Анька. Шапочку я не нашел. Продолжайте, Наталья... Ивановна. Ивановна. Ну, а что, собственно, продолжать? Это все. Положили Дашу на диван. Я сразу же вызвала милицию, вызвала скорую помощь, потому что Дашенька все время плакала. Врач приехал, сделал ей укол, и она тут же уснула. Ну вот, а Кристиночке сказал он, уже ничто не поможет. Стоп! Какая такая Кристиночка? Ну, вы же увезли ее, девушку с дороги, Кристиной звали. Она няней у нас работала. С Анькой и Ванькой сидела. Какая такая нянька? Ты говоришь, я нервный. Вон, как бывает. Фамилия, имя? Макмайер Наталья Ивановна. Стоп! Няни фамилию знаете? Нет. За мной. Александр Михайлович. Да. Вот. Кулик. Кристина Вячеславовна. Ха. Что? Баронесса. Интересно стало. Да, столько времени жила у вас и ни разу документы не спросили. Как же так? Где вы ее взяли? В агентстве. Итак, кто вам нужен? Гувернантка, сиделка? По часам, на полный день, с проживанием без, образование медицинское, педагогическое, иностранные языки? Может быть, приема самообороны? А, нет, нет, нет. Мне нужна просто няня. Мама! Я нашла! Вот, пожалуйста, просто няня. Ни образования, ничего. Я тебе сказала сюда больше не приходить. Мне работа нужна. Я детей люблю. Мам, нам подходит. Да, нам подходит. Спасибо. Сколько мы должны? Нисколько. Она у нас не работает. Ну, как тебя зовут? Кристина. А у нас двойняшки. Анька и Ванька. Спасибо вам. Ну и как, няня? Прекрасно справлялась. И накормить, и искупать, и погулять, и постирать. Оля хоть отдохнула. Она вообще-то у нас жила и почти никуда не ходила.
домой. Ей тяжело было идти, у нее мама недавно умерла. А тут она пропала на целый день. Мы даже хотели милицию вызывать. Но вот тут Даша ее и нашла. Угу. Ну ладно, проверим, кто у них там умер. Да, Дарья Ивановна, а что это вы со мной после обморока на иностранном языке заговорили, а? На французском. На французском? Ага. У меня во Франции друг Жорж Перье, комиссар полиции. Друг? В комиссариате? Вы, кстати, очень на него похожи. Ну, что не спите, а? А Кристина в самом деле машина сбила. Ну, случайно, наверное. Дороги-то у вас тут плохие. И мать от рака действительно умерла. Кристина школу окончила и пошла работать. Ну, я пойду. А у меня ее вещи остались. Может, у нее какие-то родственники есть? Нет, мы не знаем. Мы родственников не разыскиваем. А дайте соседке. Она медсестра, за матерью ухаживала. Адрес дам. Ну, я пойду. Александр Михайлович, а вы женаты? А что вы предлагаете? Не женаты. Я так и знала. А он тоже не женат. Говорит, что с этой профессией о семье думать не приходится. И вы тоже так думаете? Ну, в целом, да. А вы про кого говорите? Про комиссара вашего французского? Оставайтесь с нами обедать, Александр Михайлович. Идемте, идемте. Оля! Мы домой! Женя! Да? Мы домой. Хорошо. Идемте, 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 идемте. А я видел тебя с мужчиной. И этот мужчина, он даже обедал у тебя такой маленький, толстенький, нервный. А, не обращай внимания, это мне такой сон приснится. Я по тебе соскучился. Я тоже очень соскучилась, Жорж. А мужчина, который тебе приснился, это полковник Дегтярев. Милиционер. Милиционер? Я это предчувствовала. Где ты его нашла? Наташка нашла, когда убили нашу няню. Представляешь, я гуляла с собаками и нашла труп нашей няни. Гуляла и нашла труп няни. Нет, вообще-то хорошо, что рядом с тобой милиционер, пусть даже такой непрезентабельной внешности. Он позаботится о тебе. А как твои дела, Жорж? Может быть, приедешь к нам в гости? Не получится у меня с отпуском, Даша. Преступники, они не понимают, что комиссар тоже человек. Значит, у нас будет роман по телефону. Целую, милая.
Здравствуйте. Я знакомая вашей соседки Кристины. Ну, проходите. Поговорите с мамой. Угу. А как маму зовут? Роза Сергеевна. Роза? Какое красивое имя. Роза. Редкое. Давайте я повешу. А меня зовут Никита. Нет, вещи ее мне не нужны. А вы их в приют какой-нибудь снесите? Или вон на помойку, бомжам с удовольствием разберут. Понимаете, Роза, я думала, что если... Вы ухаживали за ее матерью? Так, может быть, и родственников каких-то знаете? Нет, у Нади вообще. Кроме Кристинки и меня никого не было. Надя – это мать Кристины. Да и так, я-то ухаживала за ней только потому, что дружили с детства. Да, конечно, запустила она Кристинку. Болталась ведь девчонка. Неправда, мам, не болталась она. И училась она хорошо, и в текстильный хотела поступать. Никит, ты выйди, когда взрослые разговаривают. Понимаете, Роза, я, конечно, могу отдать вещи бомжам, а вот это... Симпатичный кулончик. Что же это было в вещах Кристины? Даже не верится. Чтобы у Нади была такая вещь, и она ее не продала. Они ведь очень бедно жили. Ворованный, наверное. Кристина не могла своровать. Никита, я же просила. Роза, как вы думаете, может, мальчик знает? Да что он может знать? Кристина – его первая любовь. Вот он за нее и заступается. И я вам тоже не могу ничем помочь. Наташа, скажи, что это такое? Что, это пончо, Лёшка. А это вот дикая камышовая кошка из джунглей Бонго. Ну, если из Бонго, то все может быть. Это дикая помойная кошка из Подмосковья. Ее бомжи поймали, освежевали, шкуру, в смысле, сняли и тебе, дури, продали. Как можно без меня покупать всякую дрянь? Вот эту вот. А значит, с тобой посоветовавшись, можно покупать дрянь, да? На минуту Соньку оставил одну, да еще с деньгами. Ну, пошел в туалет. Ну, понятно, дело нужное. Выхожу, эта дура уже напялила на себя эту пончу. Вьетнамцы стоят, ржут над ней, а она довольна. Вот и носи теперь. Позорься. Только без меня. Мне стыдно, что у меня такая жена. Лёва... Шалава, как ты мне надоела. Лёв, ну зачем ты так? Ну ошиблась Соня, ну и что? Много она в своей жизни шуб хороших видела. Да ты же сам ее повез на этот черкизовский рынок.
Ты что, хотел там шубу из канадского бобра купить, да? Мымра, мымра, понимаешь, мымра! Бабушка узнала. Действительно, Лёвушка, что я тебе все время позорю? Я ухожу. Не буду я тебе больше жизнь портить. Сонь, да ты что? Спасибо вам за все, девочки. Не замерзну. Свет не без добрых людей. Да, деньги я взяла только на дорогу, остальные на тумбочке. И запомни, это не я от тебя ухожу. Это ты сам от меня отказался. До свидания. Сонь, ну ты что? Соня! Да не бегай ты за ней. Остынет и вернется. Что, первый раз, что ли? А Сонька где ночевала? А разве не с тобой? Что, она еще не вернулась? Ладно, придет, убью. Так, что-то это мне не нравится. Пойду Александру Михайловичу позвоню. Не надо, сама дорогу найдет. Сыграем? Сыграем. Тебе надо отвлечься. Та-да-да-да-да. Лох нельзя ставить, это сленг. Какой сленг? Ты в словарь-то посмотри. Лох – это род деревьев и кустарников, семейство лоховых. Это моя Сонька из семейства лоховых. Где ее черти носят? Майос, вот тебе слово. Что это за чушь? Майос. Что за майос такое? Слушай, ты что, в школе, что ли, не учился? Каждый ребенок знает, майос – это способ деления клеток. Ты бы еще детский сад вспомнила. Добрый день. Добрый день. Позвольте представиться. Владимир Резниченко. Стоматолог, прошу вас. Скажите, Кристина Кулик у вас работала? Ой, вы знаете, я вещи бомжам отдала. Я не думала, что найдутся родственники. Вещи бомжам? А паука? Иди ты. Что ты из меня идиота делаешь? Вагенбург, нет такого слова. Есть такое слово, Лёва. Это укрепление из повозок в форме четырехугольника. Ну, четырехугольника. Чего только не придумает. Ну, как с ней играть? Куда ты Соньку спрятала? Ты что, совсем что ли, Лёва? Как это я ее куда-то спрятала? Она, между прочим, при тебе ушла. Добрый день. Здрасте. Куда она ушла? Куда ей идти? Кому она нужна? Да если б не я... Не обращайте внимания, пожалуйста. Это наш друг. Он немножко нервничает. От него жена ушла. Бывает. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Владимир Резниченко.
А это моя сестра, баронесса Макмайер. Очень приятно. Наташа, представляешь, оказывается, Владимир очень хорошо знал нашу Кристину. Да. Я пойду попрошу Ирину, чтобы она сварила кофе. Проходите. Я буквально сюда. На секунду. Спасибо. Раздолбай, менты. Да, это он. Кулон моей жены. Должен вам сказать, что Кристина нам не родственница. А кто? И как к ней попал этот паук? У нас с Нелли двое детей. Ева, она уже большая, учится в колледже. А Юра, он как ваши малыши. Для него мы наняли няню, Кристину. И первое время были ею очень довольны. Но проработала она совсем недолго. И потом вдруг исчезла. А вместе с ней исчез и кулон. Ну, а нас как вы нашли? О, это очень просто. Я ваш адрес узнал через агентство. Она ведь и к вам через агентство пришла, да? Понимаете ли, Владимир, дело в том, что Кристиночка проработала у нас довольно долго. И без разрешения даже булочку не могла взять. И все соседи говорят о ее удивительной честности. Понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. Поверьте мне самому, право, ну, неловко называть девочку воровкой. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Давайте сделаем так. Завтра у меня день рождения. Мы никого не собираем, но вас я приглашаю. Я вам представлю доказательства принадлежности этого кулона нашей семье. Ну, хорошо, спасибо, Владимир. Получается, что я напросилась. Ничуть. Поверьте. Итак, завтра вечером я вас жду. Вы оцените кулинарные способности моей Нелли. Договорились? Договорились. Жена кулинарно одаренная. Не сомневаюсь, паук его. Но откуда он узнал наш адрес? Мама, я нашла. Вот, пожалуйста, просто няня. Ни образования, ничего. Я тебе сказала сюда больше не приходить. Мне работа нужна. Я детей люблю. Мам, нам подходит. Да, нам подходит. Спасибо. Сколько я вам должна? Нисколько. Она у нас не работает. В агентстве мы адрес не оставляли. Кристина там никогда не работала. Не знаю. Надо проверить. Подарок поможешь купить? Угу, помогу. Даш, ты Маньку возьми. Зачем? А на фоне мамы с дочкой я буду смотреться более одинокой. Ой, Дашка, давно я замуж не выходила. Ты с ума сошла? У него жена. Ой, какая проблема. А потом мне это для вдохновения нужно. Лучшие сюжеты для романов подбрасывает сама жизнь. И посмотрим, не получится ли из этого романа бестселлер. Посмотрим. Посмотрим.
Вино, коньяк? Коньяк для шикарного мужчины. В разумных пределах. Хорошо, проходите. Ну. Вот, пожалуйста. Могу предложить Хеннесси Ричард. Этот удивительный коньяк создан из лучших коньячных спиртов дома Хеннесси. Средняя выдержка лет 50-60. Нам подходит. Все дурломы один к одному. Никто работать не хочет. Был я у этого полковника Дегтярева. Не знаю, каких он там преступников ловит, а Соньку искать отказался. Говорит, это ее личное дело. Ничего себе личное дело. Ушла в одежде, купленной на мои деньги, и это ее личное дело. Скажу Дашке, пусть она на него надавит. Боже, да это же нельзя пить. Поставить за стекло и любоваться. Поставить за стекло? Ни в коем случае. Бутылка должна находиться только в горизонтальном положении. Что вы говорите? Да. Между прочим, выбор баронессы. Баронесса? Или, может, барона? Барон Жан Макмайер трагически погиб 1.5 года назад. Простите. Как жаль, что я не знаю французского языка и не смогу оценить литературного таланта баронессы. Я уже веду переговоры с несколькими издателями о том, чтобы эту книгу перевести на русский язык. Она называется «Обратная сторона любви». Угу. Это история любви русской девушки и французского полицейского. Боже, как романтично. Где вы берете сюжеты? Из жизни. Только из жизни. О чем же будет ваш следующий роман? Я не люблю говорить о незаконченной работе. Юре, пора спать. Я полагаю, что мой маленький сын имеет право отметить день рождения своего отца. Но его пора укладывать. Такая морока с детьми. Я так устаю. Не успела одну вырастить, а тут второй. Ну, мне кажется, что вы должны были отдохнуть. Разница в возрасте, наверное, лет 15. 16. Классическая ошибка супругу среднего возраста. Думаешь, что климакс, и уже ни о чем не беспокоишься, а потом бац, и получается вот такой замечательный малыш. Владимир, здесь же дети. Ну и что? Ев, пойдем вместе уложим Юру. У меня два племянника. Я знаю, как Пойдем. Это делается. Дорогая, может, мы посмотрим наш семейный альбом? Ваша жена немного не в духе. Просто устала. И потом на нее сильное впечатление произвела история с Кристиной. Нашел замечательную няню, медсестру, не девчонку, не с улицы, с хорошими рекомендациями. Не хочет. Никакой няни в нашем доме больше не будет, говорит. Жаль. Роза мне очень понравилась. Роза? Да, так зовут медсестру. А что? Симпатичный кулончик. Что же это было в вещах Кристины? А, да нет, ничего, просто очень красивое имя. Редкое. Угу.
У нас две кошки, две собаки, два хомяка, и геккон где-то по дому бегает. Класс! Как я тебе завидую. У меня никогда не было животных. У мамы аллергия на шерсть. А у геккона нет шерсти. Ну да. Когда-нибудь я приглашу тебя в свой ресторан. У тебя есть свой ресторан? Еще нет, но я придумала. Это будет такой ресторан, куда можно будет прийти только со своими животными. Ну, в обычные же не пускают с животными. А к нам можно будет прийти там со своими собаками, еще с кем-нибудь. Ну, в общем, если нет своей собаки, пригласи бездомного кота. Его там встретят стилисты, визажисты, всякие ветеринары. А я буду у тебя там ветеринаром. Здорово. Да, только папа никогда мне на такое деньги не даст. У него, конечно, есть, но... Слушай, Ева, ну это же такая классная идея. Ты не волнуйся. Я ее так просто не оставлю. С Нелечкой мы дружили с раннего детства. Ну да, но полюбил я ее тогда, когда увидел именно такой. Это все пауки. Бабушка говорила, что они приносят удачу.